Жители еще двух городов Молдовы будут платить больше за тепло. Согласно решению Национального агентства по регулированию в энергетике, 1 гигакалория в Унгень будет стоить 3766 леев. Это самый высокий тариф на теплоэнергию в стране. А в Гладень отопление подорожает до 3230 леев за гигакалорию. В обоих случаях цены выросли примерно на 1000 леев, а запросы в НАРЭ подали поставщики. Отметим, что в Унгень теплоэнергию централизованно получают 16 бюджетных учреждений. 9 экономических агентов и 3 домохозяйства, а в Гладень 16 экономических агентов и 30 квартир. Число потребителей снижается из года в год из-за высоких тарифов. Напомним, что с 1 октября жители Кишинева платят по 2854 лея за гигакалорию от термоэлектрики.